Скажите, пожалуйста, вот врач сидит. Я пришла в поликлинику, почему вот вы в таких снимаете меня? А зачем больших снимаете шортах. на камеру? Потому что меня не соглашаются принять. Пошли, выйдем. Меня не соглашаются принять. Потому что я пришла в таких шортах. Так, подождите, а куда вы ушли? Куда вы ушли? Врач уходит. Он не соглашается меня принять. А в чем я должна прийти я в поликлинику? Я вам разрешение не давал. В чем? На съемку. Это общественное место. В чем я должна прийти в поликлинику? Кошмар. Я пришла в поликлинику вот в таких шортах по колено. Он говорит, вы в чем пришли в поликлинику? Я говорю, а я в чем должна была прийти? А что не устраивает? Вы как пришли в поликлинику? А вы как пришли в поликлинику? В баскетбол пришли идти? Как вы пришли к врачу? Я говорю, а что? Что не так в моих шортах? Они длинные и широкие, как будто я не знаю, в юбке короткой или что? Я вообще не понимаю, в чем проблема. Это на вас когда была съемка, ваша? Да. Я не знаю, когда он смотался. Не трожьте врача, нам надо пройти сегодня. Сейчас поднимется, уйдет. Ну он спрятался. А что это за отношение к пациентам? Да, что за вообще? А в чем я должна прийти? Я в спортивных штанах, огромного размера пришла.